Все правда, ты туда идем. Мы с тобой хотим записывать. Записал. Зомби режим. А у него написал. Правда, это не единственная проблема. Я просто отходил и получился кошмар. Потом такой вот такой. Ты вовремя уйти, блять, это самое решил. Ушел, блин. За то, что даже барьер не закрыл ни хера. Из-за этого убили. Да. Бочки не взрывайте, они вам еще понадобятся. Ну ладно. Бочки? Не слышали. Карабин, дорогие друзья. Вторая волна. Я забыл. Бля, ты иногда знаешь, как делать? Ты вот, допустим, вот в этой стоишь, вот так просто, если видишь, кого-нибудь стреляет, то есть не отходя от этого окна. Я, если что, тоже буду сюда подбегать, не волнуйся. Главное, чтобы Олег спустил именно ту же сторону, ту сторону держали. Ага. Кто там пёнул? Погодите. Мать, Олег 9, блядь, килом сделал, приедет. Мы это я. И не как-то. 4. Я 7. Работает. Маловато. Смотрите, короче говоря, до 4-го раунда, вернее, до 5-го раунда мы сидим на 1-м этаже. Как только начинается 5-й раунд, сначала открываем вот эту дверь, где написано HELP. И да, друзья, не пытайтесь снова пройти это. Вот эту поюзу. Здесь пошел и там колодец. Бедный. Абсолютно посрать, какая сложность. Какая. Пришел, да, там был его. И показалось, кто-то ползет. Давай. Куда пошел? Так, вот это там нет вообще. Старайтесь ебашить им в голову, а не в тело, потому что это бесполезно им в тело ебашить. Иногда, кстати, да. Ну куда? А. В голову лучше целиться. Потому что больше другого нельзя, что, как правило, иногда это их не очень останавливает. Ой, хорошо. Третья волна. Ну началось, четвертое. Сейчас не спуятного аппетита. Вот, это не добрый. Ща. Я просто мониторю. Так, ты. Бам с
близко. А вам это не нужно? Вовремя закончилось, и вовремя этот самый. И кажется, я без патронов. Да. За мной. Вот список двери, где написано ХЛ. Да, я патроны купил. Где вот можно купить? А, ты вот пошли. Сейчас. Ну что, о, я получил Браунинг получил. Только патрон как на звуке. Костя, ты туда все правильно, да? Я как раз занимаю вот эту стенку, которую они тут ломают. Стенку сломаю. Ну потом покупай. Ага. Спасибо. Я пойду. Я пойду вот. Да, проблема. Так, ну. Окей. Все уже. Угу. В принципе, нормально все. Ты что, спокойно? Помогите Бурбону, ну! Костя, оставайся на месте. Граната ложи! А, на своих не пошли. Что случилось? А кто, кстати, дверь? Кто здесь вот эту лестницу второй этаж открыл? Не знаю. Судя по всему, это был я. Да ладно. Забей. Тоже нормально. Дебан. Подойдет. Что там? Снайперю. А что там? Никогда. Непонятно. Подумай. Так. Я там был? Ну да, ну кто-то вылез. Смотри, что за никто не пронес. Стену ломают. Айду. Ага. Сейчас иду. На первый этаж. Блин, мне бы по полу бы. Не иди покупай. Понятно. А что это? Потом я танцую. Нет. Олег, иди в колено поднимай. Нет. Спасибо.
кто-то в шальде, что-то. Съебалось нахуй отсюда. Блять. Угу, правильно. Еще кто-то есть. Это два. Удваение очков, дорогие друзья. Угу. Простая игра. Угу. Простая. Плотная. Да, прям капец. Иди на том, на первом этаже. Ну потом тут какие-то. Там эта гадина ползет. Есть. А мы РПГ есть. Да это есть, это мы с РПГ. Тут. Ой, ложись! А, это крополь. Угу. Это Джек. Там ты стараешься? Ты как это вот? Не надо. Сейчас положу, поположу. О! МТ-19! МТ-19! Опа! Прогноз погоды! Да, то есть, у меня здесь полностью погоды. Иди. Да, пошли туда, на холоде. Упал! Да, на что? Вот идут. Все. Там еще один. Получай! Получай, гадина! Не надо так. Они вас там что, зажать, что ли? Зажали мне было? Они побили стену. Так, стена. Иди, иди. На втором этаже стену пробили. Да. И на первом тоже. Да, а первый уже задел. Нет. Алло. Ты где-то? Не важно. Где тело так? Не бегу. Тело вот назад тут что ли, нет? А, вот он. Обидно. Восьмой раунд. Вы сколько прошли? Максимум 8? Вот он. Предложили сюда, был когда мы пройдем. Нет, не помню. О! Пердуны пришли. Пердуны, что ты сказал? Это эти, которые издают пердёж. Пердуны. Поведение такие там. Призрачно. За левой Где это полностью? Стоят. Больно. Доделаем дырку. Да. Пробил. Угу, нет. Не пойдет они. Вы где? Ой, блин.
рядом со мной был. Олег, садись, тебя! Куда уже? Ты у нас? Моментально. Нет. Так, я пойду туда. Что, возьмем оружие? Ладно. Поменяем оружие. И что, выпало? Борьба есть. Видите, 8 минут, сейчас повесу, ебать. Борьба есть. Девятое! И чем я вас борьба есть? Плохо. Мне 50 тысяч. Господи! Нет, это получится плохо. О. Какой толк от кары 98, собственно? Блин. Да. Хорошо, хорошо идем, патроны. Блин, надо поменять. Надо поменять оружие. Да кто это уже не понял? Мы не создали. Олега попалили. Не создали. Ты как можешь? Да не нужно вас постоять, да и как поменять. Собственное РПГ меня убьет. Пацаны, спасите меня! Это где? А, вот. Вы что, серьезно? Так, не все. Клода, Колян! О, меня вытащили. Спасибо. О, хорошо. Ой, надо... Может, я затащил, блядь, катку? Да мне ничего нет. Пап, дайте мне что-нибудь. Давай. Это мне бар дай. И еще что дай. Это тебе? А, это мне. Что ты думаешь? Бар. Что мне скоро два, блядь? Надо держаться мне. Да, потому что. Куда-то ладно.
Нет, сука, я просто так вам не отдамся, пидоры. Десять. Сама она. Ну что, ребят, что делать будем? Мы на этом закончим. Ну мы прошли 10 волн. Мы на этом закончим. Да. Давайте следующую миссию тогда. Следующая карта, зомби-карта, да.